think there is no reason to take 5 grenades, so yeah. And 1, 2, 3, let's a go. Темплар, это Люгер. Я веду эту операцию. Все указания будут поступать от меня. Передаю донесение боевых агентов. Слушай внимательно. Иди к развалинам. Найди Рико. Цель поражена. Ян, пулеметчик убит. Вперед, давай к пулемету. Найди заряд и подорви стену. Рико где-то здесь. Not bad, not bad. Идем хорошо, идем хорошо. Как у тебя дела, Вань? Сержант Рико на передовой. Самый мясорубка. Идите к нему, сэр. Are you serious? В порядке. Сержант Рико за этими воротами. Взорвите их. Nice, not bad. Perfect. Actually, that was frame perfect. Вообще просто идеально сыграл. Nice. Просто идеально, если честно. Whatever. Нам оружие сейчас вообще не надо. Возвращаемся на базу. Мы нужны там. Спасибо, Гэм. Мисклик. Темплар, на базу напали. Возвращайся. Мы начинаем эвакуацию. Там трое важных персон. Министр Хэв Милчер, изобретатель Эвелин Паттон и генерал Вайс Дредсон. Они не должны попасть в руки врага. Некогда рассиживаться. С этим танком может справиться Рико. Берегись! Взрываю! База долго не продержится. Скорее, Ян! I knew that I need to have a fucking handgun. Or whatever. Actually, that was perfect strafing. Perfect strafing. Nice. Yeah, you need to take a handgun. Like, no matter what, you have to fucking take the handgun. Because you're not slowing down, you can run straight. You're not slowing down at all. That was not good, but okay, whatever. Район под контролем. Двери открываются. Темплар, уничтожь зенитное орудие у посадочной площадки. Fuck. Yeah, that was bad. Okay, whatever. Найди троих шишек и проводи их к воду. Это важно. Я думаю, мы обречены. Ah.
Последний раз я видел министра в его восточной части. Он прятался в одном из зданий. Найс. Good menu. Хорошее меню. Элгаста уже внизу. Вот попал, кто-то здесь. Are you serious? And by the way, I don't need grenades, actually. Maybe I don't need them. Иди в штабной бункер. Найди генерала Стрессона и проводи фото, а потом уходи. До встречи, капитан. Не попала, так сказать. Ой, не говори, тут вообще тут такая жизнь на самом деле. Что он вытворяет, блядь? Это пиздец. That's horrible, actually. That's really horrible. Вообще ужасно сыграл. Не играйте так. Don't play like that. Если сломать лебедки на той стороне дамбы, хелгасты не доберутся до оружейного склада. Не, это пробное. Пробное. Ресетать потом будем. Сейчас мы все пробуем. Видишь, никакого времени нет. Это первый раз. Первый раз бежим, поэтому. Да, пробуйте. Многовато их тут. Найди себе оружие посерьезнее. Да, потом уже будем ресетать. Да, после такого там ресет реально должен. Я там секунд 15 потерял. Просто потому что я потерял его. На самом деле. Смотрю видео про Тарков, буду писать на группу ВК с этим, почему они правы. Подожди, что за видео про Тарков? Если не секрет. Как же я так? Скажи мне, что за видео? Потому что я про Тарков слежу постоянно, смотрю. Офигеть, танк застрял. I'm super lucky, dude. Ну что, давай, какую стратку брать? Сейфовую стратку или пацанскую стратку? Давай пацанскую возьмем, четкую стратку. Найс. Разнеси еще три лебедки, чтобы обрушить подъемник. Он ломает лебедки. Да, я знаю. Я в основном на Фейсбуке слежу за ними. Что-то они хотят там немножко Тарков
достаточно сильно изменить в такую не очень хорошую сторону. Нахер эти, бля. Прям там реально хотят изменить так Тарков, что, что в общем... Отлично, а теперь вали оттуда вместе с Рико. Не про Тарков? А про что? Извини, я. Не самый короткий путь, зато самый безопасный. Впереди промышленный район. Пройди через него в порт. Там тебя встретит Рико. Если отвлечь от порта, нашим там будет намного легче. Вперед! Уходи, ублюдок! Умри! Я стараюсь читать. Ты имеешь в виду где? Что? На Дискорде? Слушай, мне, поверь, мне на Дискорде столько людей пишет, столько разных групп, что я... Если я что-то пропускаю, искренне извиняюсь. Сказал, пропустил сообщение поясняющее. Нет, я понял, что вы разработчик. Почему он не видит? Идиотство, блядь, просто идиотство. Ну я просто тут сейвово немножко сыграл. I need bullets. Да, я разработчик, я понял, слушай. Найс, найс, отлично, отлично. Иди нахер. Ай-яй-яй. Найс. Хорошо, по-моему, взор Таркова, собственно. Так а что за YouTube, что за люди, кто они такие? Вань, все, кто не разработчики Таркова, это все ноунеймы, это все... Никто, если они не разработчики. Если они просто сидят и обсуждают игру, то я тоже могу сидеть и обсуждать игру. Слушай, идеально бы сыграл бы тут. Супер. Нормально, нормально. Не, ну просто... Чё ты с ними спорить будешь? Если они не хотят обсуждать, пусть обсуждают. Так, следующее. Продолжаем. Иди через нефтебаз. Так, вот здесь уже надо поаккуратнее уже писать. Плохо сыграл, ну да ладно. А что за позиция, поясни. Найс. Это очень сложно, кстати, вот так вот пробежать, как я пробежал. Это реально сложно. То есть тут какой тайминг я словил. Ну, конечно, тут будут вещи посложнее, чем это. Если крак за дорогой Star Citizen, я все как правда хардкором, еще не играете в PUBG.
Ну, слушай, я тебе так скажу. В PUBG играть — это себя не уважать, я считаю. То же самое с Call of Duty, именно которая последняя Call of Duty. Я считаю, что это себя не уважать, в эту игру играть. Что, как ты так это делаешь? Заебись, первая смерть. Один остановлен. Иди ко второму. First death, первая смерть. Я еще понимаю, что зачем что-то забираю, я не могу себе позволить забирать, потому что... Я понимаю, но... Смотри, рука, рука, рука. Отлично! Выход открыт! Скорее к лифту! Он сломал насосы! Отрезайте его от лифта! Whatever. Связь, почему игра норм? Именно Тарков. Не, игра супер. Игра супер. Там есть проблемы, я же говорил про них. Найди для новичков проблемы. Там будет наша штурмовая группа. Я здесь подруги. Постарайся пройти незаметно. Сведи мост. По нему можно пройти в порт. Рико, ты как всегда вовремя. Ранняя пташка ловит хелгасского червячка. Хей-я! У Рико была взрывчатка. Пускай взорвет цистерну. Ну давай, что ты вытворяешь, Рико? Это пиздец, что он вытворил. Он начал оббегать вокруг. Вау, короче, это просто отвратительно. Они на причале. Я знаю, что ветра на вас в порту. Их можно застать врасплох. Они прорвались. Дави пулемет. Дави пулемет. Давай, 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 давай. Последний патрон. Не, я разрабам верю искренне, потому что понимаешь, ты смотрел сериал? Если ты смотрел сериал, то я тебе так скажу, что они делают великолепную работу. Спасибо. Просто великолепную работу. Поэтому... Какой живописный маршрутик. Даже те деньги, пусть если эти все деньги, которые я потратил, пошли на этот сериал, я не против. Я не против. Да, он примитивный, да, там сюжета вообще нету. Ну, то есть он есть, естественно, но он там такой завуалированный, что... Вход здесь. Что никогда в жизни вообще не скажешь, о чем игра вообще, в принципе. В порту есть катер на воздушной подушке. Для болота самое то. Сначала открой шлюз, а потом бери катер. Управление шлюзом в Закончи!
Не, они уже сделали, слушай, но они уже хоть какую-то игру сделали, понимаешь? Поэтому у Тарков и клёвый. Ну это да, тут тоже ты прав. За 4 года... Сообщение. Жестко. Очень Хелгасты жестко. Собираются уничтожить свой флагман, чтобы не достался нам. Ты должен спасти этот корабль. На нем могут быть ценные... Полтора месяца, это, конечно, да. Да камон. Охренеть, блядь. Это жестко. Должен спасти этот корабль. На нем могут быть ценные это документы. Это был пиздец. А ты вообще как давно играешь в эту игру? Так. Кстати, вот сколько там? Год, два, месяц? Не, ну, точно не месяц. С конца зимы? Так я тоже, я с ноября играю. 2019-го. Ноябрь — это конец осени. Это тоже спорно все. Все зависит, как ты относишься к этому, понимаешь. Как я играл, я начал играть, два дня поиграл, бросил, два дня поиграл, бросил опять и так далее, и так далее. Идет откуда-то из болот. Да, здесь камера, конечно. Вообще, вчера в прототип играл, конечно. Да. Разведка нашла на флагу немного интересного. Оказывается, Ветрак знал о секретном совещании в Рейховене. Потому и напал. Будь осторожен. Хелгасты тоже ищут бот. Блин, ты же видишь, какой разносторонний игрок. Я играю столько разных игр одновременно, что это просто вообще. Я очень люблю разные игры. Так, это у нас... То есть слишком много игр, понимаешь? Немножко тяжело к одной игре так быть супер лояльным. Он хочет сорвать ворота! Давай! Бесполезная эта херня, если честно. А, ну. Ну ладно, не бесполезно. Ну да, есть такое. Ты ждешь эти патчи, стараешься, веришь в этих придурков. А, кстати, я патроны пропустил. I missed the bullets. Okay, whatever. Who cares?
есть такое. Блин, почему они на Unity вообще работают? Я не понимаю этого. Я, конечно, не разработчик, но мне кажется, Unity еще на мобильных играх когда-то себя не очень сильно показала. Вообще не показала. Ну, она одна из простых еще. А там школьники известно, что работают. Это... Ну, говорю, не говорю. Говорю то, что слышал. Я же еще раз говорю, я не разработчик. Говорю то, что я слышал. Я слышал, что Unity простое. Относительно язык программирования. Этот движок достаточно прост. Нормально, нормально. I'll take it. Так. Окей, пошли. Место падения к северо-востоку от тебя. Ян, их слишком много. Лучше уходи. Так, вот здесь мне, кстати, надо будет сосредоточиться очень сильно. Да, у них вообще опыта нет, я же говорю, они все школьники. Давай, 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 давай. Ну, блять, где этот ебаный чекпоинт? Так, точка, перезагрузочка. Извиняюсь. Нахер иди. Мансуй, 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 как Дондо на миде. Так, еще раз перезагрузочка, шикарно. Убил своего же. Ори сделал на Unity? Не знал. Не, ну я же говорю, как Мэдисон сказал, что игру выпустят через лет 10. Если через лет 10 выпустят игру, мы будем все очень счастливы, поверь. Да что такое? Ну как так? Твою мать, блядь, ты видел это? Did you see that? Oh, пиздец. Идиотская игра, блядь. Просто идиотская игра, нахуй. Как он меня ударил? Как? Нахер иди. Вот. Пиздец, блядь. Там вообще, блядь, 30 секунд потерял на ровном месте. Так. Ян, защищай бот до подхода наших. Он возле бота. Ян, мы потеряли связь Трико. Не можем даже установить, где он. Почему у него есть связи с разработчиками? А чё его слушать? Найс. Нормально, нормально. It's okay, it's okay, it's okay. Здесь могла остаться взрывчатка. Она тебе понадобится. Все спокойно. Сектор 4, сектор. Вижу противника. Что ты делаешь? Пошли. Пиздец, блядь.
Что-то я совсем плохо с подранием стал. Просто отвратительно. Я тебе так скажу, там надо слушать двоих стримеров по Таркову. Ну ладно, троих. Это Пистиля надо слушать и Мэдисон. Мэдисон, потому что он типа свой. Как слышно? Он там, знаешь, как герой Рунета, человек Рунета. А Пистиль, потому что у него под 100к зрителей. Я думаю, 100 тысяч зрителей очень нужны. Даже пусть если половина боты. Кто его не восхваляет? Слушай, я просто застал Мэдисона в 2008 году еще. Пока ловили твой сигнал, нам удалось когда первые обзоры начали выходить, то что? На когда был в 8 классе. Устанавливаем карт, двигайся на север. Судя по всему, заложников держат именно там. Давай. Шикарно. Не, ну чё, особо его никто не восхваляет вообще-то. Сам себе карьеру загубил, стал стримером. Впереди топливный склад. Через него повернешься на базу. Будь осторожен. К сожалению, это единственный путь. Здесь полно хилгастов. Есть даже огнеметчики. Будь осторожен. К аванпосту приближается шагающий танк Хабара. Перехвати его и освободи генерала Стрэдсона. Ну, просто у него получилось, понимаешь? Просто он один из тех, кому повезло. Он вовремя выпустил обзор. Не очень это хорошо я сыграл, конечно. Ой, как я плохо сыграл. Ну ладно. Давай. Установлены координаты аванпоста. Иди на северо-восток. Понимаешь, то же самое с АВГНом, если ты АВГНа смотрел, у него точно такая же популярность, просто из ниоткуда популярность взялась и все. Здесь же... Блядь. Еще у меня башка уже вообще не варит. Я тоже не понимаю. Работа, слушай. Bad Comedian. Там у него целый штаб. Я уверен, что он зарабатывает гораздо больше, чем Куплинов.
Отлично. Скоро мы высадим десант. Беги к главным воротам. Потно. Он просто снимает летсплея, я понимаю, конечно. Так, здесь мы добавляем вот это. Все, и мы идем. Я понимаю, слушай, ну, Вань. Я абсолютно с тобой согласен, ну, что поделаешь. Здесь полно хилгастов. У него огромная аудитория, при этом он снимает видео, и с некоторым моментом стрима такого человека можно уважать, ну да. Да всех можно уважать, слушай, даже меня можно уважать. Давай, Люкер, давай, шевели поршнями. Поняла. Стример. Добралась. Да. Не, ну я вообще-то не только стример. Если ты посмотришь, это... У меня есть второй канал, где я каверы выкладываю. Я тебя потом скину. Я вообще-то музыкант профессиональный. Да так, между прочим. Ну там не только каверы. Там и своя есть работа. Я тебя потом скину. Может, тебе даже такая музыка понравится. Так, окей, let's go. Ну я тебя скину, послушай, если тебе интересно, конечно, что я за человек. Я думаю, тебе понравится что-нибудь, хоть что-нибудь должно понравиться. И прикольное видео есть, смешное. Просто сейчас, как ты знаешь, особого вдохновения нет. Что-либо новое снимать. Ой, я забыл ее попросить, чтобы она двигала жопой. Так, конечно, тут искусственный интеллект оставляет желать лучшего. Да, конечно, очень плотная игра. Вот кажется так, что я бегаю, да, блин, чувак. Годы тренировок. Игра на самом деле очень жесткая. Видите, как
какая она тупая. Просто жесть вообще. Выключи механизм. Прикрой меня. Ну, я тебе так скажу, вообще-то, спидранеры — это сверхлюди. Потому что выучить игру просто так, пробежать ее быстрее, чем любой человек в мире, это... Поверь, скоро это станет больше, чем хобби. Нет, это не сверхрас. Так. Ты чуть ножом меня не пырнул. Похоже, здесь нужен пропуск. Ворота рядом. Свалился. Люкер, отойди. Нормально, нормально. Так, опять берем пулемет тут по любасу. Перк. Wrong perk. But okay, whatever. Извини, я не люблю терять тех, за кого отвечаю. Понимаешь? Ничего личного. А моя помощь тебе тут пригодится. В тюремное крыло пройдешь через служебный вход. Рико и Эвелин там. Удачи. Ничего, не открывается дверь. Это я слишком быстро, что ли, пробежал? Лол, вообще тупо лол. Чтобы открыть эту дверь, достаточно подвести питание. Сейчас. Так, по-моему, справа налево там идет, да? На прикрывай меня, пока я вожусь с дверью. Я сначала справа, да. Значит, слева направо все, да. Черт, не вышло. Нужно переключить другие цепи. Секунду. Цель, женщина. Вторая. Осталась еще одна. Давай. Все готово. Нормально, окей. Дверь открыта. Вперед. Найди Эвелин и Рико. До встречи на базе. Oh.
вижу цель. Так, как так? Да бред, полный бред. Да, эта игра бомбит пукан сильно меня. Знаешь, какой тут искусственный интеллект, просто жесть, любые, блядь. Крайсисы позавидуют. Какой игрок? Тарков? Да, мне, кстати, было время, когда два дня подряд не мог Тарков запустить вообще никак. Я даже переустанавливал игру, просто игра не запускалась. И там потом писали разработчики, типа, да, у кого-то игра работает, у кого-то не работает, типа. Ну, типа, тебе не повезло, you're not lucky. Типа, все, иди нахер. Вот такой, пиздец, два дня не мог в игру зайти. Знакомая. Нет, туда я даже гранату кинул. Она сейвово сыграет. Dungeon Keeper. Dungeon Keeper. Все ясно. Так это... Файл сеттингов. Там что, нету файла сеттингов? Так, что здесь надо? Какую следующую брать? Тут надо полюбасу взять. Стой. Че, не можешь папку зайти? Странно, ну окей, ладно. Мы их еще убить должны, ясно. В регистре нету этого, честно. Капитан, это Элли. Я хочу рассказать вам кое-что о базе. На северо-востоке есть посадочная полоса для ботов. Полагаю, Рика увезли туда. Атаки генерала. Все, этот смех звучит. Да, но я не знаю, честно. Ну, естественно, его не убили. Меня.
три гранаты. Окей, okay, let's go. Последний босс. Но не последний уровень. Чтобы ты игру купил в Гоге или в Стиме, не знаю, где она там есть. Там вообще нельзя перезаряжаться тут. Что мне гранаты кончились. Пиздец, блядь. Спрятался еще, урод. В Гоге, значит, есть. Давай, все, последний. Final run. В Стиме ее нету, ясно. Звезды уже бомбят! Быстрее! Почему? Нормальный магазин вроде. Слушай, с таким отношением я тебе так скажу. Я ненавижу эту игру. Я просто I fucking hate this game. Как я там? Главное, чтобы до часа была игра, понимаешь? До часа. Просто идиотизм, конечно, вообще. Дьябло, что ли, никак там? Я крайне небольшой, чтобы это хоть кого-то заботило. Да, ко мне уже дважды стучались в дверь. Штраф 10 тысяч я как-то платить не хочу, поэтому... Это я так, между словом. Ты знаешь, где я живу? Там должен быть резервный пульт. Поднимайте самолет. Блядь. Whatever. Я так скажу, практически невозможно. Только через VPN и там DNS прокси сервер надо создавать. Давай. Давай. Эвелин. 5605.
ГГ. GG, guys, GG. New record. Новый рекорд. Да, надо сидеть и забираться. Exactly 56 minutes. Nice. That was fun. That was really fun. I liked it.